С первым снегопадом справились, рапортует директор одной из подрядных организаций, взявших на себя обязательство по уборке города от снега. В общей сложности в Ивановской области более 10 тысяч километров автодорог, которые необходимо регулярно чистить и обрабатывать специальным раствором. Крупнейший в регионе подрядчик – ООО «Дармострой». Сегодня мы находимся на территории одной из предприятий, которые выполняет содержание Ивановского и Шуйского района. В целом хочу отметить, что видим технику, которая выставлена сегодня, подготовлена. Мы ее сегодня проверим, ее готовность, проверим ремонтную базу для текущего ремонта этой техники. Всего в ведении «Дармостроя» 12 муниципальных районов области. В случае сильного снегопада в круглосуточном режиме могут работать до 30 единиц спецтехники в каждом. Мы увеличиваем объем техники, меняем старую технику на новую, потому что с каждым годом приходит износ. У предприятия 12 филиалов по области. И в каждом филиале примерно такое же количество техники, которое мы сейчас вам здесь представляем на этой территории. Поддерживать автопарк в рабочем состоянии удается благодаря своевременному ремонту, который проводится здесь же. Спецтехнику стараются не использовать дольше 3 лет. По истечении этого срока тракторы и грейдеры отправляют на продажу. Сделать трассы безопасными, снизить количество аварий – вот главные цели работы служб. Для этого необходимо посыпать дорожное полотно специальным противогололедным составом. Его качество здесь на особом контроле. Для обработки ивановских и шуйских дорог заготовили более 7 тысяч кубов материала. Хватит на весь зимний период. Специалисты уверяют, что используемая смесь не портит автомобильные шины или обувь. Концентрация калия хлора – это соль, используемая при обработки автомобильных дорог, составляет 10%. То есть в этом штабеле не менее 10% соли и 90% песка. Следят за работой спецтехники с помощью отечественной навигационной системы ГЛОНАСС. Передатчиками оборудована каждая автомашина, выезжающая в город. На компьютер передается вся информация о маршруте и времени в пути. Это в разы упрощает координацию техники. Эта система для нас, как для заказчиков, используется для контроля зимнего содержания. А подрядная организация это помогает для более эффективного и оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию на дороге. Все условия для бесперебойной и продуктивной работы есть. Справятся ли подрядчики с сильными снегопадами этой зимой, покажет время. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.